Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть черепашки ниндзя-легенды. Так, в магазине что-то у нас светится. Ну, естественно, колода. Давайте посмотрим, что нам здесь достанется. Опять хан? Да-да, именно хан. Замечательно. Так, что у нас сегодня по плану? По плану у нас лига, ребята. Лига, но, скорее всего, будет испытание. Да, я думаю, что надо начать именно с испытаний. На лигу мы еще успеем. И здесь у нас Кейси. Разыгрывается Кейси. Поехали. Приступим. Это у нас сцены насилия. Да-да, именно они. И мне дают неплохую команду. Почти неплохую. Ладно. До куда дойдем, до туда дойдем. Я думаю, что неплохо повеселимся сегодня. Так, приступим. Ну, ненавижу я, конечно, вот эти вот комиксы. Не люблю, терпеть их не могу. Давай начнем с футовца. А, в принципе, чем мы будем начинать? Давай, ребят, вот так на автобой поставим, и все, здесь они разрулят. Мы уже дойдем, как говорится, до предела, да? И там уже начнем. Причем один из подписчиков предложил снимать коротенькие видосики по 18 минут. Ребят, как вам его задумка? Напишите мне, пожалуйста, в комментарии. Если 18 минут, то я начну, вот, например, первый бой, а серия закончится уже самым последним боем, наверное, на лиге. Как-то вот так вот получится. Я как раз уложусь в 18 минут. Да, другого варианта я не вижу. Как можно? Он пишет, играй поменьше. Как играть поменьше? У меня серия, я не могу что-то, как говорится. Если я что-то сделаю, вы не поймете потом, откуда, чего и куда. Хотя у нас все, в принципе, одно и то же. Тут несложно догадаться. В общем, пишите, ребят, пишите. Если коротенький, будем делать коротенькие видосики тогда. Так, у нас Донателло. Ага, 4 сыра мы тратим. Донателло. Родной ты мой. 25 уровни здесь самые максимальные. Поэтому мы их сейчас раскатаем просто-напросто скалочкой всех. И футовцев, и кто там, кто бы там ни был. У меня на автобое. Так, Лео жжет. Рафик тоже жжет, но не совсем. Молодцы, так, переходим на вторую волну и смотрим, что у нас тут. Кто у нас тут? Ой, маузеры. Ладно, фиг с ним. Бомс минус. Так, минус. Вот интересно мне знать, а почему Лео не может убить сразу же? Эти бьют, убивают, да, например, того же самого футовца. А остальные ребятули, точнее, Лео убьет футовца, да, убить его не может. А остальные мои черепашки и вот эти вот убивают с удара. В чем подвох? Я не могу понять вот этого вот. Так, хорошо, здесь мы с вами справились. Пока все легко и просто. И, кстати, скоро уровень получим. Ага, Донателло нам достается. И Рафик. Кстати, да, я же забыл. Мы же с вами накопили сюрикены. Точно, точно, точно. И я обещал сегодня поднять ранг мутагеноиду. Да, я думаю, что это все-таки хороший персонаж. Вы сами прекрасно видели, сколько раз он нас выручал. По крайней мере, ну кто вот тут еще? Ну кто? Вот я не знаю. Вот Муха, ну слабак. Макмен, ну дрещеныш. Крип, ну как-то он, я не знаю. Джастин, ну Джастин, да, кто-то писал, какие милые у него глазки. Да, ну он потому что напрягается очень сильно, поэтому у него глазки такие милые. Но все равно давайте уж прокачаем мутагеноида, а потом уже посмотрим, кого дальше будем. Поднимаем его в ранге, и он получает у нас... Ту-ду-ду-дун-ту-дунс. Да-да-да-да. Именно 4 голд-звезды. И у него способность снова открывается, кстати. Химический состав называется это. Слизь дает мутагеноиду усиливающуюся защиту. Усиленную защиту, да? В начале хода есть вероятность 10% усилить энергетическую защиту союзников на 20% в течение 2 ходов. В принципе, неплохо. Блин, какой же он страшноватый, да? Посмотри, у него внутри там... Я так понимаю, это какие-то мозг, глаза, я не знаю, это какие-то внутренности. Кто ты такой, а? Черт, тебя побрал. Когда Тимати превратился в емкость со слизью, он выпил еще одну порцию мутагена и стал мутагеноидом. Жутким созданием с телом емкостью, руками из кислоты. А, так это у него, ё-моё, я думал, это костюм, это у него руки из кислоты. Для жизни ему требуется мутаген. Чем больше он сражается, тем больше мутагена ему нужно. И понятно, это значит у него кислота. А я думал, знаете, ребята, это как будто вот скафандр. Просто его наполнили какой-то жидкостью и посадили вот его туда. А это нет. Вот так-то вот. Это вам не хухры-мухры, а мутагеноид.
Ладно, ребятули, хорошо, но у нас получил 4 звезды. Так, давайте ДНК. Не ДНК, а вот это, ну да, ДНК обменяем на сюрики. Они нам нужны, здесь они копятся очень медленно. И больше мы никого, да, ничего не можем сделать. Да, больше пока ничегошеньки. Ладно, продолжаем с вами испытание. И поехали, кто у нас тут? Рафаэльчик, Рафаэльчик. 5 сыра мы с вами тратим. И тут 35-30 уровни. Все, пока у нас под контролем. Никаких, как говорится, трудностей нету. Будем расколбашивать. Как мне надоело вот это вот тюлюканье какое-то там идет. Это все, ребята, от эмулятора. Какое-то сообщение приходит и все, начинает сразу вот это вот нервирует. Я не могу их вырубить причем. Вот что самое бесявое. Так, ладно. Вторая волна. Поехали. Но, майки, ё-моё. Вот, смотрите, почему не можем мы добить? А, ну тут-то понятно, тут доник, он слабенький, 31 уровня, тут естественно уже. Он его футовцы и не положит. Тут только у нас железная голова может положить, Лео. Так, что у нас здесь? Ага, Микеланджело и Рафаэль. О, майки правильно делает, молодец, додумался. Минус. Ну и тьфу, черепашки на удар называется, да? Ну что ты тут, иммунитет он на себя повесил. Зачем тебе родной иммунитет, я не понимаю. Тебе надо было сразу эту гробовую досочку заказывать, а не иммунитет. Ладно, двигаемся с вами далее. Ой-ой-ой-ой, скоро-скоро, совсем скоро будет у нас уровень. И следующий у нас, ага, Микеланджело. А Микеланджело тоже неплох. 6 сыра, а потом уже, наверное, 7 сыра, да? Понадобится. Так, 45 уровень. Ой-ой-ой, боюсь, здесь Донателло уже не вписывается в эту команду. Его, наверное, быстренько сейчас отдубасят, и он покинет нас. Автобой, ребята, автобой, естественно. Хотя, сейчас посмотрим. Вот, смотрите, видите, он почему-то не погибает сразу же. Сейчас посмотрим, как другие будут действовать. Сейчас посмотрим, ребят. Вот, смотрите, видите, все на Доника. Естественно, он самый слабенький, поэтому надо его обижать. Ну, вот, вот я не могу понять, что это за отсрочка такая смертельная. Он должен погибнуть, а он не умирает. О, ну хоть предсмертную штуку сделал. Молодец, Донни. Так, ладушки. Ах, тут уже 4 волны, да? 4 волны. Здесь, по-моему, будет босс, большой маузер. Если я не путаю ничего. Видите, приходится 2 раза бомбить по нему. Так, тихо. Ага, ладно, это простительно. Донни, держись, родной мой, не падай. Хотел сказать, поставь защиту. Это же другой Донателло у нас, да? Делает защиту. Да-да-да, это другой. Это у нас Донни фильм, а тот Донни классика, по-моему. Так, ну, отлично. Треть, это только третья волна, ё-моё. И тут у нас Донателло, я смотрю. И кто там еще? Ну-ну, убери. Так, а, и Леонардо. Вот приходится футовца бить 2 раза. Да, ребята, я вначале сказал, что только Лео, да? Не может добить. Нет, не может добить вообще никто. У него, видимо, стоит какая-то, не знаю, врожденная ему... Да. Врожденная смертельная отсрочка. То есть с первого удара его не убить даже при всем желании. Я имею в виду клан футовца. Так, ну что, Маузер, да? Да-да-да. Все, я вспомнил. Ну, его-то мы расколбасим моментально сейчас. Ну, естественно, он будет на майке сейчас прыгать. Как, так как майки самый слабенький у нас. Ну, бомс бомбанули. И расстреляли, надеюсь, да? Нет, нифига. Ну, теперь-то он готов. Отлично, отлично. Мы с вами получаем ДНК Микеланджело. И двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Вот, правда, насчет следующего этапа я не уверен. Это у нас будет... опять Микеланджело, да? Но из комиксов. И давай глянем, какие тут уровни. Ё-моё, 55-е. Да, здесь, скорее всего, и Доника, и Микеланджело мы потеряем. Угу. Даже хоть буду я брать их под свое управление, ничего не спасет. Я не смогу защитить. Тем более 4 волны. Как бы не хотел, не получится. Доник вообще рассыпется моментально. По нему там, ну, смотрите, уже полуздоровья нету. Если, конечно, Леонардо потратит отхил, но это будет глупо, я считаю. Потратить хилку на то, чтобы спасти заведомо уже мертвого персонажа. К
Как же меня эти футовцы бесят, а я не могу прям. Два раза их приходится бомбить, чтобы он отдуплился. Все, сейчас погибнет. Да, добили. Ну и сейчас они будут брать в оборот стопудового Микеланджело. Вот сейчас даже вот увидим. Это у нас третья волна. Если они сейчас будут его наказывать. Тихо. Отлично. Вот самые бесявые, это вот здесь вот ниндзя фут. Вот самый бесявый здесь. Я не знаю, почему у них такой иммунитет, блин, при убийстве. Смотрите. А, ну здесь мы замедлили, смотри. Оп, видел? Он не погиб сразу. У него вначале такая... Блин, этот погиб сразу. Не понимаю я. Они разные, что ли, какие-то? От чего это зависит? Фиг знает. Может, каким-то шансом это должно сработать. Тихо, погоди, погоди, погоди. Погоди, родной, погоди-ка. Давай-ка я вот так вот сделаю провокацию для начала, да? И теперь сделаем... Ага, сделали, блин. Хотел вертушку сделать. Угу. Ну, может быть, еще сделаю, кстати. Ага, ну... Не пробить, не пробить. Так, у них есть массовые удары. Я знаю точно. Давай-ка вот так бомбанем. Отличненько. А теперь и вертушечку. А после этой вертушки они должны все погибнуть. Блин, Леонардо не погиб. Все, отлично, ребятули. Прошли, как ни странно. Причем потеряли только лишь Донателло. Это хороший, я считаю, результат. Так, двигаемся с вами далее. Ага, Микеланджело оригинальный. Оригинальный. И у нас Рафаэль. Оригинальный, ну тут уже вряд ли, да, наверное. 65 уровень, хотя черт подери, заманчиво. 65-й, 60-й уровень. Ладно, поехали. Попробуем забомбить их. Буду играть сам. Все. Рулем, как говорится. Ну, по стандарту, естественно. Ну, вот я говорю, самые бесявые — это вот футовцы, потому что их... Ну, естественно, конечно же, конечно. Откуда у вас столько инициативы-то ходить первыми? Эй, голодранцы, блин, я не понял. Что за выкрутасы-то такие? Давай, наверное, мы с тобой, знаешь, что сделаем? Сколько откат? А, 5 ходов. А волн у нас 4, да? Можно применить, в принципе. Вот так вот сделаем и просто их добьем. Ну, что ты прыгаешь тут, навозный червь? Молодец, Майки. Удачно получилось. Дальше. Дальше мы... Давай вот так вот сделаем. Массовый бомбс. Хорошо. И... Нет, надо Маузера уничтожать. Я думал футовца, но будем Маузера. Так, добьешь? Нет, какой ты нафиг добьешься, Салабон? Почему у тебя опять срабатывает? Я не могу понять этого. Я специально сделал массовый взрыв, чтобы у вас уже этой фигни не было. Ты посмотри, а. Не хочет дохнуть, и все. Червяк навозный. Ладно, третья волна, смотрим, что у нас здесь. Донателло, Майки, Рафик, два Маузера. Слушайте, я думаю, что я возьму, наверное, здесь провокацию. Угу. И бомбим. Бомбим масухой. Вот я еще, ребята, вам говорил, да, мне охота прапать еще Микеланджело. Вот именно этого. Он у меня как на 45 уровне застопорился, и все, он дальше не растет. Потому что нужны ДНК. А это очень... Погоди, я куда? Ё-моё, я... Ай, ладно, давай так сделаем. Всем на крит. Вот так вот. Ну, ответку. Ладно, хорошо. Не понимайте по-хорошему, будем по-плохому. Майки, главное, держись, родной. Так, у него контр, да? Пшикает он. На-ка. И что нам дальше сделать? Давай усилимся. Малька. Угу. Отлично. И наказываем. Сейчас. Ёпарст, это было опасно. Это было опасно. Можно хильнуться, да. Вот здесь вот можно похиляться, кстати. Фигня какая-то полная. Хильнулись, блин. Так, сейчас у него провокация, если исчезнет, будет хана мандрыга. А если мы вот так вот сделаем? Поджарим. О, отлично. Боится огонечка, да, значит? Ладно, это нам только на руку. А ну-ка проби... Да что-то я хотел этого пробить. Ну, ладно, какая разница. Есть, отлично. Так, четвертая волна. И здесь у нас, опять же, наверное, черепашки, да? Маузер? Погоди-ка, а он что, два раза здесь у нас? Хорошо. Тынь-тынь.
Ничего не помогло. Сейчас стопудово кто-то погибнет. Ну и, конечно же, понятное дело, да, ребят? Погоди-ка секундочку. Давай вот так вот мы с тобой. Как раз вертушка откатилась и... Тух! Слушай, жесткий. Опа! Да, ребятушки, вот так вот бывает. Вылетает просто игра ни с того ни с сего. Прям посреди боя. С чего вдруг, непонятно. Смотри-ка, мы здесь Лигу Сёгунов получили. Блин, придется, ребятушки, заново все идти. Я не знаю, с какого перепуга вдруг это все вот так вот просто бамс и вылетело. Представляешь? Как мне обидно. Мне сейчас придется опять это все идти заново. Ладно, хорошо. Я не гордый, я пройду. Мне не тяжело. Ну что ж, друзья, дошел я до Маузера до этого, но уже составом вот таким вот. Да, к сожалению, погиб у меня и Железная Голова, и Микеланджело. Ну, про Доника, естественно, я вообще молчу. В общем, надо... Да, друзья мои, не получилось у меня пройти тот этап, потому что игра, как вы видели, вылетает именно на том уровне. Так что я не знаю, в чем проблема. Напишите в комментариях, у всех так или это только у меня по непонятным причинам. Именно на том самом месте, как только я дохожу до босса гигантского Маузера, меня выкидывает из игры. Не знаю, в чем причина. Ладно, хорошо, у нас с вами все равно есть еще одно испытание. И поэтому давайте пойдем на него. Так, или оставим это на потом. Давайте, наверное, на потом это оставим, на следующую серию. А пойдем, наверное, мы с вами на турнир. Нам нужно здесь немножко подраться, согласитесь. Сёгун, нас ждет Сёгун. Мы пока в Лиге Самураев. Причем я был в Сёгуне, меня опять немножко скинули. Хорошо, начнем, пожалуй, мы вот с этих ребятулек. 52-49 уровень. 52-49 уровень. Давай тогда, знаешь, как сделаем? Возьмем Шреддера, да? Возьмем, наверное, Железную Голову. Возьмем с вами Тигра, Микеланджело. И... подожди, 52-49. Я... не слишком ли... уверен в том, что я смогу пройти их. Давай вот так попробуем. 50 уровня, а я набираю 45-х. Естественно, дело не пойдет так. Ну что ж, приступим. Потихонечку, да? Вначале мы сделаем крик души. Ага, криканули. Нормулька. Сейчас, надеюсь, Шреддер... нет, лечить не стал почему-то. И я думаю, что это зря он сделал. Так, хорош, успокойся уже. Иммунитет он вешает. Соответственно, мне нет... хотя, почему нету? Давайте урон-то все равно нанесем. Да, маленький, конечно, урон нанесли. Ну, ладно, давай попробуем теперь суперударом. Слушай, все такие жесткие. Ну-ка, пробьем. Тыч. Свин выжил, а? Ну, это временно, это временно. Получи. Хе-хе. Нормуль. Ребят, сейчас я должен вернуться в Лигу Сёгунов. Сто пудов говорю, что должен вернуться в Лигу Сёгунов. Ну-ка. Да, да, да. Не слишком сильно меня здесь уронили. Так что продолжаем. В бой. И выберем, выберем кого. Давай вот этих вот. Кто это у нас? Алекс. Алекс, давай, Алекс. Давай-ка с тобой подеремся маленько. 50-е, да? 49-е, 47-е. Блин, жесткие уровни. Возьмем, значит, так с вами. Раз, два, три. Муху брать. Ну, давай возьмем муху, хорошо. Сейчас, короче, принцип будет какой. Леонардо наносит первый урон вертушкой своей. Остальные будут на добивке. Вот так вот я рассчитываю. Поехали, посмотрим, получится, нет? Так, отлично, отлично просто. Я бы даже сказал, великолепно. Ну, пауку забьешь, добил. Да, если бы я знал, что так легко пойдет, я бы взял немножко слабее бы с собой героев. Фух. Ну что ж, поехали далее тогда. Поехали тогда далее. Так, 71-я позиция у нас. Давай посмотрим, кто у нас тут. Смотри-ка, 47-е и 44-е уровни, да? И тут же сразу же 52-е. Разброс нехилый, поэтому я думаю, что мы возьмем с вами Кинга. Угу, хочу Кинга именно. Поехали, 52-е уровни. Так, откатов нет? Откатов нет у меня, к сожалению. Слушай-ка, погоди-ка секунду. А мы справимся. Да, в принципе, должны. В принципе, должны. Я надеюсь, они, хотя этот бомбанет мало не покажется. Плюс тут еще сплинтер, ладно. Была не была, я иду на риск. Я обожаю, когда
щекотливые такие ситуации, непредвиденные, непредсказуемые. Ну-ка, вот так, отлично, хорош, на моего свина-то нападать. Делаем, естественно, провокацию. Я знаю, что этот Ванька начнет массовую атаку стопудово, поэтому попробуем его убрать. Не вышло, а если вот так вот? Майки, попробуй. Ать, Майки, не получилось у тебя почему-то. Ну давай, если вот попробуем так сделать. Ну, Эйприл, да я просто, ну, давай ты хоть зэк. Нормуль, все, массовых, хотя и... Не понял, ты что тут? Это что такое было? Откуда у тебя граната, гаденыш? Хотя ты... Ага, делает хил. Он делает хил. Хорошо, хильнул, да? Давай, блин, я не знаю кого. Ну, давай попробуем Криса убрать. Ага. Убираем его с поля. Дальше нам нужно убрать, наверное, Шреддера. Так, секунду. Я думаю, как лучше сделать. Почему-то Шреддер не делает своим суперударом. Он уже его никогда не сделает. Мы хиляемся. И, в принципе, нужно уничтожать. Уничтожили. Ну и что, остался кабан. Сейчас мы его, наверное, уничтожим. Уберем отсюда с поля боя. На тебе, ботинком, прям в ряху. Хорошо, получилось отлично, ребята. Так, и что же у нас выходит? У нас выходит... Какая? 55-я позиция, ребят. 55-я. Это хорошо. Это очень хорошо. И, по-моему, у меня больше никого не осталось. Ну, я не знаю, стоит ли рисковать вот этими ребятами. Ну давай попробуем, попробуем. Ну, это очень большой риск. Хорошо, я рискну все-таки. Ну, вдруг все-таки получится у нас победить здесь. Не знаю, правда, каким чудом. На одном Крисе, я думаю, мы далеко не уедем, да? Тыч, добьем, сможем. А, и усиляет, нет? Нет, он нам блокирует все удары. Ладно, хорошо. Так, бомбочка, блин. Ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин, ты посмотри, что происходит, а? Мутагеноид все... Ах, у него заблокировано, блин. Да что ты мажешь-то? Да ну, хорош, блин. Хе-хе-хе. А что я радуюсь-то? Сейчас нас тут раскромсают. Разрадовался я. Ну, давай попробуем. Блин, ну... О, хорошо. Блин, змейка вьюн минус. Крис стоит на месте. Даже ухом не повел. Блин, мутагеноид упал, ё-моё, я буду мстить. Я буду мстить за тебя, родной. Тыч. Этого я ханорика сейчас уберу тут с поля. Ага, убрал, конечно, ну. Да ну, хорош. Выёживается, вот, все. Дальше что делаем? Дальше нам нужно убрать Лео, наверное, я думаю, да? Ох, как хорошо. Смотри-ка. Блин, всю команду разбомбили мне. Ну, естественно, он хиляется. Отхил его почему-то хреновенько так сработал. И мы его уничтожаем. Так, все, контратака. Что ты тут, родной мой? Да, конечно, ага. Мимо, да? На-ка, получи. Нет. Не прокатят твои удары здесь липовые. Да, ребята, вот такая вот команда у меня осталась. Всего лишь два героя из пяти. Угу. Я рискнул зато. Ну, какая там? 52-я, да? 52-я позиция. Ну, правильно, ребят, потому что бонусов мало, и из-за этого вот так вот получилось. Ну что, дорогие мои друзья, давайте, наверное, на этом будем с вами закругляться. Вы, ну, как, не то, что вы, будет у нас такая пробная короткая серия. Если вам понравится, то пишите. А если вы хотели, чтобы я еще сегодня прошел второе испытание, то тоже пишите. Так что всем пока, ребятули, всем удачи и до новых скорых видосиков. Гуманитарных я совсем профан, зато люблю страстно математику. Увы, но миру на меня плевать, и было бы проще слиться серой толпой. Я снова везли.